Не мог удержаться, не взять киткат. Взял смесь. И 3 доллара стоит, 300 йен. Половина шоколад, именно с какао, половина с матчи, еще и печенье внутри. И второе, это 3 доллара одна штука стоит. Это чистое какао. Ну, то есть биттер, это высокая концентрация какао здесь. Попробовал киткат, вкусный. Они здесь его производят. Мачо не здесь, возле Киото, предгорье. Листья добывают, выращивают. И плюс там есть чаем юзу, тоже здесь. Короче, все здесь. И какао тоже выращивают здесь, в префектуре одной. Здесь уже развлекательный парк Ринку Pleasure Town Сикл. Классно сделали над дорогой, можно ходить. А здесь уже колесо. Музыкант местный. Здесь можно купить электронику. Techland. Поел 7-Eleven. Можно сказать, наелся на 16 баксов. Здесь жилые кварталы. Сейчас иду на остановку Нанкай. Нанкай — обычная линия. Я смотрел, там можно за 4 доллара, если с пересадкой. Но если пойти именно на станцию, 18 минут идти, Нанкай, то 2 доллара стоит. Так что после обеда можно пройтись 18 минут и заодно сэкономить 2 бакса. И там без пересадок, там прямая линия до замка. Так что win-win. Заодно посмотрим, что здесь на районе. Здесь новое жилье, двухэтажные дома частные. Вот это новые постройки, они везде так, и у нас, и здесь строятся. Здесь, правда, раз 5 дешевле стоимость. Но это квартиры, немного, как, сколько здесь, 5 этажей. Само то, чтобы по лестнице подниматься, я не думаю, что там лифт есть. Может, есть, но не знаю. Вот такие по 5 этажей. Смотрю, там метраж нормальный такой, приличный. Это уже трехэтажные. Трехэтажные с большими балконами. Здесь 6 семей живут. То есть один подъезд посередине. По 3 квартиры по бокам. Вот это идеальный вариант. И в квартире живешь, и метражи широкие, и людей немного. Хорошая застройка. Также чередуются здесь дома старинного типа. Но это, я смотрю, новые доски. Они такие полуобгорелые, специально делают цвета. Крыша новая, доски новые, это все новое. То есть это не старый дом. Это просто стилистика старая. Вот это то же самое. Видно по доскам, что они новые. Здесь новые дома, кварталы. Здесь все почти новое. Я думаю, они застраивали этот район прибрежный. Даже недавно, может, лет 5, как они построили. Минуты 4 идти до замка. Замок небольшой, судя по карте. Здесь маленькие улочки. Видно, что старый город. Замок виднеется. Смотрю, там мало туристов и больше местных. Он не такой, как Осака, замок большой. Но он тоже впечатляющий. Здесь один ров. Видать, местечковая такая крепость.
сакура красиво растет по кругу. Я вообще туристов не вижу. Ну, кроме китайцев. Гарден полностью забит людьми. Воскресенье. Народу просто куча. Я еще пришел в такой период, когда больше всего народу. Суббота, воскресенье. Неужели это вход свободный? Да, это одно небольшое здание с этими камнями. Само здание, думаю, вход стоит. Территория свободна. Ну, тоже неплохо. Они вот здесь как-то вверх все строят, чтобы как смотровая площадка была, видно было. Ну и плюс до верха добраться там тяжелее будет, если кто-то завоевывает. Взял на башню, сейчас посмотрим, за 300 ян. Это вообще-то не один ров, здесь комплекс рвов. Просто так не пойдешь. Здесь дофига их. Выходим на веранду. Видно предгорье. Идет воскресный. А внизу сидят по деревьям, под каждым деревом. Там замка. Горы прям рядом. И залив прям рядом. Классно.